Ну что ж, всем привет, ребята! Сегодня затроллим Котю. У микрофона, как обычно, я Капитоша. Я позову ее играть в дуэлечку на Керамбит Голд. Она недавно себе его приобрела, но сам зайду с телефона, с читами. Таким образом, я буду видеть, куда она ходит, и всегда буду выигрывать ее. Но потом посмотрим, отдаст она нам Керамбит Голд или нет. Но я надеюсь, что отдаст, потому что я буду специально его просить, потому что я не буду говорить, что я играл с читами. Вот такой вот троллинг, ребятки, получился. 15к лайкосиков, запишу еще какой-нибудь троллинг. Не подведите, поставьте лайкос, не забывайте про подписочки. Ну а мы летим к видосу, не имею права больше вас задерживать. Погнали. Это что тут? Чечек? А, приятного аппетита, забыл пожелать. Погнали. Пацаны, прямо сейчас на ютубе стримит Котя. Я хочу затроллить ее в дуэли на Керамбит Голд. Совсем недавно она его себе купила. И мы сегодня ее затроллим. Пацаны, надо записать ей голосовое сообщение. Здорово, Котя, прогоняй эту алембулу отсюда и погнали играть на Керамбит Голд дуэлечку со мной. Сегодня будет Ерокс еще сидеть. Он будет судьей, чтобы никто никого не обманул. Жесткая дуэлечка, пошли сыграем, Котя. Давай, погнали, Котя, айди в ВК скину. Все, пацаны, я записал. Если что, Ерокс — это я с телефона. Я с телефона зайду и буду ее, так сказать, троллить. Все, отправляем донатик, чувачки. Сейчас отправлю и включусь к вам снова. Все, пацаны, я задонатил Коте. Ей какой-то чел тут косарь задонатил. И они здесь танцуют своими этими. Это немножко странно, по-моему. Немножечко это странно. А, вот, мой донат, кстати, пришел. Общение. Здорово, Котя, прогони эту алембулу отсюда и погнали играть на Керамбит Голд дуэлечку со мной. Сегодня будет Ерокс еще сидеть. Он будет судьей, чтобы никто никого не обманул. Жесткая дуэлечка, пошли сыграем, Котя. Давай, погнали, Котя, айди в ВК скину. Спасибо большое, Капитошка, хочет сыграть со мной дуэлечку, представляешь, просто вообще добрый ведьм, он вообще даже не успеет проморгать, как отморгается. Чуваки, вы слышали их слова? Я сейчас их 8-0 вынес, ой, 10-0. Ладно, я им сейчас такое прям плотненько сейчас. Не, чуваки, я такое не прощаю, погнали, сейчас ждем. Когда она мне ВК отпишет, и включимся снова. Ну что ж, чувачки, я уже собрал лобби. Я собрал лобби, смотрите. Я себя пригласил, и я пригласил свой телефон. А и я сказал, что это Ерокс. Чуваки, по-моему, это гениальнейший байт, просто гениальнейший обман. Сейчас мы будем разваливать Котю. Играем, повторюсь, опять же на нож. Я, наверное, у нее... Я не буду, наверное, у нее просить ножик в конце. Хотя нет, буду. Мы же на ножик играем. То есть сейчас я буду использовать, по сути, легальные читы во время дуэлечки. Я сейчас зайду за... Ой, я случайно зашел за КТ. Надо зайти за наблюдатели. За наблюдатели заходим. Все. Смотрим за Котей, чуваки. Вот она с Керголдом бежит. Смотрите, в темочку. Ну все, чуваки, у меня теперь есть реально легальнейший просто читик против Коти. Так что, пацанчики, надеюсь, вы за такое поставите лайкосик, потому что троллинг просто уже нереально масштабного уровня. Ну что ты, Котя? Котя, ты что ты? Давай. Ой, ну слушайте. На Керголдыч это так-то заряженная штучка. Смотри. Видишь своими вообще этими лупалками, видишь? Шо? Статрековский! Откуда? Осматривает мой Трезерган. Не понял сейчас мувмента. Не понял мувмента. Не понял мувмента! Лови в хлебучку, еще я в М-спорт, блин, а ты Капитошка, блин, а кучерявый, где ты понабирал эти вообще скины? Тебе не кажется это подозрительно, не? Все, пацаны, прямо сейчас начинается дуэлечка на Керамбит Голд против Коти. Она на стриме, она не знает, что это на самом деле не Ерокс, она этого не знает. На самом деле это я, она пока что закупила 5-7, и сейчас мы этим воспользуемся. Кибер. Да. Все тебя поддерживают, чат тебя поддерживает. Чат все пишут, Котя топ, и Котя выиграет Капитошку. Ага. Просто чпокнет этого Капитошку, да. Да я этого Капитошку. Так она пробегает прямо около дверей. Так, она бежит на лонг. Я туда даю хаешечку. Я прямо около нее взорвал. Но не попал.
прямо около нее взорвал, но не попал, чуваки. Подожди, тихо. Сейчас, Токи, у нее важная дуэлька. Подожди, брат, а где ты? Спасибо, ага. Ты чё думаешь, о тебе лох кучерявый? Ты думаешь, ты вообще типа... Короче, она на длине, сейчас убежала уже ближе к Тёмке. Она сейчас в Тёмке, короче, а нет, она всё ещё на длине. Она вот тут вот будет. Чуваки, на нож надо, Котю, Котю надо на нож. Так она прям в углу. Да, я смог это сделать, чуваки, я смог. Я знал, что она там сидит, я её, так сказать, затроллил. Чё? Подожди, как ты напал на меня к твоим... Ты чё? А он сразу повернулся и побежал на меня. Так, капитошка, я думала, ты нормальный, в смысле, это что за приколы, какие шуточки, какой ножик? Я очень хочу ее на самом деле прострелить, потому что против Коти это реально будет жесткое оружие. Так, она покупает МП-7-очку. МП-7-очку, надо посмотреть, куда она будет бежать. Надо посмотреть, куда она будет бежать. Ага, она бежит на длину. Опа, прострелил так плотненько пару разочков. Хватит этим керчем, он... Уйди! Боже ты! Ох ты, олень! Прострелил, надо сейчас ее хаешкой добить, хаешечкой, хаешечкой, чувачки. Хаешечкой добить ее нужно. Ой-ой-ой, Котя, помяни! А, как она выжила? А, у нее хаешка 5 хп снесла почему-то. Эй, что это такое? Я с читами ее переиграть не могу. Вон она. Все, хорош, Данька. Что, подожди, как он попал? 64 урона, урон не регается. Эксель, балды, ядрить, мандрить. Так, наблюдаем за Котей. Котя опять покупает МП-7-очку, опять берет МП-7-очку Котя. И давайте просмотрим, куда она сейчас будет бежать с МП-7-очкой. Ага, она бежит в Тёмочку. Ну нет, она сейчас флешку, наверное, кинет. Даю ему хлебучку, смотрите, братва. Вот так. Угу. Сразу пикаем. Ах ты крыс, он следит за мной, ребята. Да, она дала флешку. А как она мне зафлешила, кстати, я около стены же был. Ага, она сейчас отбегает чутка. Она чутка отбегает. Буду стоять, ждать, когда она будет прямо около двери. О! Ну ты глупая или шо? А шо, он не уходит? Ну ты шо, олень? Он шо, стоит там 3 часа? Ну, откуда? Удали игру, пожалуйста, что ты делаешь? В смысле? Ребят, вот вы сейчас видите реально самого тупого игрока планеты. Она сама под спрей стоит. Я ее прострелил, чуваки. Я прострелил Котю. Хорош, Данька, хорош. Ой, у меня зарядка заканчивается на телефоне. Надеюсь, не кончится, а то еще проиграю. Не, ребят, Котю и так легко выиграть. Я бы, в принципе, без читов это смог. Но с читами намного веселее, так сказать. Так, она сейчас в Тёмочке, она с петухом. Я знаю о том, что она в Тёмке, так что этим я сейчас воспользуюсь. И хаешку и кину туда. Блин, я не попал хаешкой, кстати. На тебе, блин, слушай. Откуда он знает, что я здесь? Не знаю. Откуда тупо по мне инфа? Капитошка. Не, Паш, не надо, Паш, это я сказал, Паш, нет. Не трогай их, Котя-бот, это правда. Посмотрите, она вообще играть не умеет. В смысле? Ты чё, что-то ты слишком кучеряво базаришь? Это... Он уже плент поставил. В смысле, он плент поставил? И хаешку, ой, и дым кидаем. И в дыму просто будем сидеть. Чекать, она сейчас придет в дым, и я ее зарежу. Так, тут нема. Он, походу, пошел туда. Подождите, ребята, есть какая-то информация? Найс! Что я делаю? Чуваки, я ее уже второй раз режу за сегодняшнюю каточку. Так, давайте я сейчас возьму пулеметик. Я с пулеметика хочу теперь поиграть. Котя опять берет П-90, самурай осматривает самурайчик. Вот, и бежит сейчас. Я ее хочу прострелить, надо успеть. Она успела пробежать, к сожалению. Вот, и она сейчас будет, наверное, пушить. Тихо. Сейчас он получит свой орех. Он гонит или шо вообще? Сделаем вид, что у нас кончились патроны. Ну, Котя, ну что, чё-то ты вообще слабенько играешь. Коть, слушай, ну, братух, Коть, ну ладно, братух ей вряд ли подойдет. Но пока что, чуваки, мне очень нравится то, как я обыгрываю ее.
Опять же, она, скорее всего, не догадывается даже о том, что это не Ерокс. Хотя может догадывается, потому что ее слишком много раз уже троллили. Давай, 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 давай свою головушку реально на второй этажечек. Давай, мой пексик, давай, давай, выходи. Подожди, вот откуда он знает, что я тут вообще, по правде? Ёп, не, ну серьезно, ну чё за гони? Ну ты реально клоун. Ну коч, ну ты шо, откисаешь, да, лежишь, Не, чуваки, пока что 6-0. 6-0, мне нравится с читами ее троллить. Я хочу еще раз ее проследить через дверку. Я прям об этом мечтаю, просто хочу ее. А давай, или и один раз еще хочу зарезать. Один раз ее хочу зарезать, один раз пристрелить через дверку. Все, встаем сюда. Только она в тёмку что-то пошла. Так, лови, 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 вали в очко, просто в очко себе. Шо, блин, а шо? Ну, типа, ага, опять. Смотри, я еще не дошла, он уже простреливает. Дефолт. Она на базе, блин, сидит. Мне надо замочить, вы понимаете его? Смотри, смотри, только и приближаюсь, что? Он стреляет. Это не кажется подозрительным? Подозрительным нет? То, что ты на него спрей лезешь сама. Вот я не лезу сама ему на спрей. Она, видимо, боится уже через двери проходить. Ну, слушайте, я жду, когда она будет пробегать через двери. Давай, Котя, давай, твой звездный час. Пробегай же уже через дверки. Давай, давай, Котя, давай, давай, пожалуйста, еще чуть-чуть. Котя, пробегай, пробегай, Коть. Ну, тупо сиди там, как курица, я смотри. Я тоже всегда минимум три обоймы простреливаю. Ага, расскажи. Смотри, его тупо нет, он там сидит себе, как крыса. В крысу сидит этот Капитонов. Я вообще не понимаю, что происходит. Смотри, его нету. Тогда я пока буду вперед двигаться. Котя, ну ты не хочешь через дверь пробежать-то? Есть какая-то информация по этому кучерявому пню? Ой. Да! Она меня убить умудрилась под конец. Я уж думал, все, я сегодня точно выиграю. Но она меня убила, слушайте, этого... Чуваки, это я просто так не оставлю. Она, наверное, сейчас думает, ой, ну Басика убила, да? Ну ладно, хорошо, Коть, хорошо, хорошо, я тебя понял. Что-то подозрительное, я замечаю за этим кучерявым, что-то подозрительное, братва. Так, быстро. Главное, быстро. Смотрите, с Керамбитом надо реально, ребята, работать. Просто, просто вообще капиталить и капитально работать. Нет, почему она решила в тёмку именно зайти? Я это видел. Я думал, она не решится зайти в тёмку. Я думал, она побежит на длину. Давайте возьмем авик, чуваки. Я хочу с авика её прям сваншотить через дверку. Так, у Коти прям очень хорошо сейчас по мани-менеджменту. И она по-любому меня сможет перестрелять. У нее по-любому всегда будет дроп хороший. Так, вот сейчас я могу прострелить. Он честный. А типа Ерокс хочет посмотреть, потому что, ну типа, он не знает, что такое киберспорт. И он хочет у меня научиться моих кильцов, поймите, братва. Подожди, он вышел на меня сразу в угол. Ой-ой-ой-ой-ой, Котя, а ты шо, дружище? Чё-то тебе не везет сегодня против меня попадаться. Котя, Котя, помянем Котю. Так, у меня, так, она мне заявку друзья кинула. Не кинула. Ну ладно. Так, смотрим за Котей. Котя сейчас должна дать хаешечку в тёмку мне, да? Не, ну. В тёмке засядь, просто в углу сиди. Просто в углу засесть? Да. Ладно. Так и тихо сиди. Хорошо, как крыса. Осторожно, можешь ножом выбить. Блин, я её мог прострелить, если б попал. Если б попал, я бы её мог прострелить. Давайте дымочек дадим. Дымочек дадим. Иди сюда, дядь. Да в дымочек тебя зарежет. Куда ты идешь? Я поняла. Я пошла сюда. А реально, меня не взять, братва. Котя пошла в тёмочку. Котя пошла в тёмочку. Нет! Я попал в ногу! Минус 86. Вот эти вот. Давай быстро! Быстро, быстро! Вы видели? Пацаны, вы видели, как я жестко ей в ногу попал? Она успеет по-любому задефузить, она успеет, блин. Ну я прям жестко ей, слушайте, в ногу попал.
в прыжке с Авика. Надо сейчас еще раз Ави купить, потому что мне понравилось с Авика играть. Реально отрастил себе кучер и так думает, все себе можно. Плюс реально, петуха. Типа, давай лонг запушь, реально. Лонг запушить? Да, да, лонг. Хорошо, я... Только быстро с ножом. Хорошо, полетела. Прям на него, прям на голову, прям на лицо ему. И, кстати, у меня почти всегда 10 тысяч, то есть мне везет прям очень жестко. Давайте еще раз Авик возьмем. Я прям чувствую, ребят, как я сейчас ее вынесу с Авика. Почему-то я надеюсь, ей никто в чате не пишет, что это Ерокс и так далее, и так ему подобное. Вот, так что, давайте сейчас. Да, великий камбэк, ёпта. Не попал! Данька, куда ты фанишься, блин? Котя, ты что с читами? Котя, ты что с читами пишет? Это мы разберемся сейчас, кто с читами. Да. Ты понимаешь, что я тебя сдам на проверку. Стендоффовский сайт мы специально разработали. Читаков.нет. И если ты там есть, а тебя там нет, пойми, то мы тебе такое сделаем, что реально никогда не зайдешь. Давай на Бигмак, на Бигмак, на Бигмак. Все, пошла на Бигмак. Он... Я тебя спас только что, ты понимаешь? Все, она уже боится пробегать. Ставим бомбу. Хаешку ему туда. Я ему сюда кину. Давай. Хорошо. Лови. Смотрите, она мне тоже дым кинула. Она мне тоже дым кинула. А не, она хаешку кинула. А! Она не ослепла! Она отвернулась! Она успела отвернуться! А я ждала, я флешку слышала в ушах, я ждала, пока треснет флешка, понял? Ой. Я слышу, что типа у меня, ну типа флешка, знаете, когда открывается? Ладно, все, чуваки, хватит фанниться против Коти, она уже, ну, довольно много раундов выиграла, просто берем и забираем раунд, все. Котя, дружище, ну ладно, не дружище, ну Котя, все, ты официально проиграла, ну все, ну 100% проиграла, ну куда ты, куда лезешь, ну куда лезешь, ну все, все, хорош, Котя. До свидания. Так она сейчас где-то в тёмочке больше. Что? Что я выиграл? Первый раз залетела. Страшный. Я думаю, у него сейчас просто потняк течет. Все плюсы меня верят. Все верят в тебя. Я не ожидал, что она меня сейчас выиграет. Чуваки, все. Все, все. Хорош подаваться, хорош подаваться. 6 раундов я Коти проиграл. Это меня уже начинает не радовать. Это меня начинает не радовать. Поэтому я сейчас пойду и ее просто выиграю. Я не хочу больше. Ну все, Коть. Все. Ты проиграла Кирголд. Официально Котя проиграла Кирголд. Официально проиграла Котя Кирголд. Сейчас я ей об этом и скажу. Потому что Котя, ну, дружище. Я выиграл Кирголдик в честной битве, в честной дуэличке, без читов, без наблюдателей, без подавков. Котя. Ха-ха. Давайте включим звук. Давайте включим голосовой чат. Ну, мы подадим его на проверку, согласен? Я его подам, короче, на проверку. Жди меня через 2 дня. Особенно эти первые 3, это ерунда. Особенно первое, да? Это была реально ерунда. Твой штычок, я думаю, даже не настоящий. Мне кажется, ты его себе, ну, типа, да, я спрошу, ты читал? Спроси реально. Ты неправильно спрашиваешь. Ёпта. Котя, ну что, ты проиграла мне Керамбит Голд? Включи голосовой чат. Голосовой чат, я с тобой разбираться буду. У меня есть свой сайт читаком.нет, пойми. Я тебя там реально, короче, проверю. Ты проиграла? Нет, это честная дуэль. Честно, я у тебя сам спрашивал, ты с читами или нет. Котин, ну... О, она вышла из лобби. Говорит, я хочу твой керамбит забрать. Все, все, выбила, ребята. Голосовой чат такая стендов ненадежная вылетела, вещь. Да. Вылетел стендов, вылетел. Нормально. Говорит, нормально, все, нормально, все. Нормально. Ты, я играла с Капитоновым? Кто? Кто это? Не знаю. И я не чат, играла. Вы помните, кто такой Капитонов? Я не играла. Мы разве играли только что с ним, не, реально? Не, не реально не играла. Я не знаю, ребята, кто кого здесь затроллил, потому что керамбит голд мне не отдали. Ну, блински. Надеюсь, отдадут когда-нибудь. Ладно, чуваки, надеюсь, вам понравился данный троллинг. И вы поддержите такой лайкосиком. Дыхайте на видос, который появился у вас на экране. Подписывайтесь на мой канал. И напишите в комментариях: Котя, отдай керамбит голд. Все. Всем пока-пока.